Говорит Тадеус, капитан Осириса. Сейчас 18.03, на 12.14. И боюсь, это наша последняя передача. Нас атакуют, мы несем большие потери. Мы собираемся попытаться экстренно связаться с Матриксом. Теперь все, что у нас осталось, это надеяться, что диск каким-то чудом окажется в Зионе, что еще не поздно. Как бы то ни было, это стоило жизни Тадеусу и его команде. Если мы не доберемся туда первыми, то нам это будет стоить намного больше. Есть только один способ войти в Матрицу. Мы вошли. Вы здесь. Следующее поколение интерактивных развлечений в тебе. Вперед! Погрузитесь в виртуальный мир Матрицы. Новая параллельная реальность. Действие в игре влияет на сюжет фильма. В этой игре намного больше информации, чем в фильме. Параллельная реальность. Эта игра намного интереснее, чем фильм. Там больше информации. Разработана и спродюсирована Лэри и Энди Ваковски, создателями трилогии «Матрица». Это особый ключ, предназначенный для избранного. Ты принесешь ему его? Что он открывает? Будущее. Если не получится у нас, то не получится и у Нео, а этого нельзя допустить любой ценой. Битва бок о бок с реальными героями фильма. Нео, пожалуйста, будь осторожнее. Насколько смогу. Миссия, которая сводится к одному вопросу. Прости, но тебе здесь не место. Цель — спасение Зиона. Какую роль сыграете вы? Как ты думаешь, что нас еще ожидает? Я не знаю. Думаю, это будет неплохая прогулка. Войди в Матрицу. Будущее уже наступило.